В Армении призыв принять капитуляцию и начать диалог с Баку. Мы проиграли. Необходимо быть честными и полностью и с ответственностью принять поражение в Карабахской войне, заявил, выступая в парламенте, председатель комиссии по обороне и национальной безопасности, член правящей фракции Мойшак Андрани Качарян. Мы проиграли и на поле боя, и морально, и психологически. Надо по возможности скорее выйти из этой ситуации. Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было. Установление дипломатических отношений с Азербайджаном поможет изменить ожидающиеся перспективы, сказал Качарян. По его словам, дипломатия должна быть основана на оценке всех экономических, военных и морально-психологических рисков. Эффективное решение проблемы с безопасностью и обороной Армении станут основой для экономического развития и реформ. Экономическая политика может быть основана вокруг реформирования армии и формирования безопасности, заявил эксперт.